Добро пожаловать на канал HardReset Info. Перед нами находится устройство Red Magic 8 Pro, и сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки» и проходим в раздел «Батарея». И здесь мы выбираем режим энергосбережения и нажимаем «Включить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.